Двигатель 2,4 бензиновый, 174 лошадиная сила. Автоматическая коробка передач. Полный привод. Машина 2012 года выпуска. Полировка фар. Выдалось в выхе пару свободных часиков, и начал я с замены ламп заднего хода и полировки фар. Состояние задних фонарей, конечно, печальное. Такое ощущение, что их терли сухими тряпками прямо по грязи. Вообще, когда такое вижу, сердце обливается кровью, а если еще и переходят на кузов, это вообще ужас. В общем, довольно болезненно отношусь к этому. Выбор порогов. Появилось много мыслей по машине. Отсюда первый вопрос по порогам. Кто какие ставил? Какие лучше? Какие плюсы, минусы, нюансы? Кто сам ставил или обращались в спеццентры? Есть ли сложности в установке? Замена амортизаторов багажника. Сделал небольшую шумоизоляцию крышки багажника, и дверь стала плохо открываться. Пришлось заказать усиленные амортизаторы от фирмы «Патрон». Теперь все четко. Первое техническое обслуживание. Решил сделать техническое обслуживание промежуточное, заодно попробовать новые маслицы из Германии. Замена заднего дворника. На дворе сезон дождей, и я заметил, что задняя щетка фигово трет. Присмотревшись к ней поближе, увидел, что она не прилегает к стеклу вообще. Почитав, понял, что у многих такая проблема, некоторые загибают пружину, подтачивают там пластик и тому подобное. Я загибать и точить ничего не стал, а взял и заказал на Озоне новый поводок и щетку для сорика. Не знаю, как на фото видно, но у новой угол немного больше. Теперь все четко, чистит и прилегает. Бескаркасные щетки. Изучаю маркетплейсы, точнее то, что есть на них для наших железных коней. В общем, были заказаны комплект щеток Алка для Сорента XM и светодиодные лампы в подсветку номерного знака. Все установлено. Стекло чистит четко, светит четко. Готовь сани летом. В итоге выбор остался из двух позиций, это 19 и 20. Тут тоже палка о двух концах, с одной цена подешевле и помягче, а с другой вид, цена и жесткость. В общем, выбор пал на двадцатки, прямой поставкой из Японии. Шумоизоляция резины. Прежде чем собрать колеса, решил как раз опробовать данный набор «Тихие шины» от Шумов. В наборе идет два пузырька, первый обезжирка, второй по запаху напоминает клей-момент, но жидкий. Процесс проклейки простой. Обезжириваем, губкой наносим тонким слоем клеевой состав, вклеиваем материал, лишнее подрезаем и вуаля. Все готово.
избавляемся от иммобилайзера. Покатавшись с полными карманами батареек для метки иммобилайзера Каракурт, терпению пришел конец. Мало того, что я задолбался покупать эти батарейки 2032-го, так и в машине она, падла, постоянно пищит. Принял решение вырезать ее. Посмотрев цены в установочных центрах, понял, что сделаю, делав на час работы, но зато сколько спокойствия и сэкономленных денег. Установка TIS-C3. Установка новой головы от фирмы TIS. Еще в октябре была заказана топовая магнитола со всеми плюшками, но до установки руки дошли только сейчас. По установке проблем не возникло, в комплекте шло 4 варианта проводки. Одна-то уж точно подойдет. Единственное, с какой проблемой столкнулся, это камера заднего вида.